Всем салам, ребята. Сегодня получается, как всегда, салам. И сегодня, получается, я вам расскажу, как быстро заработать. Ну, точнее, не как быстро заработать, а как просто зарабатывать на выживании, в GTA или просто так. Ну, в Майнкрафте, на режимах разных. Да. Там молнии кидаются. Вот смотрите. Вот мне сейчас скинули 10 тысяч. Все из-за того, что вот это вот весь мой магазин. Они продают товар. Конечно же, половину товара привожу я, половину привозят они. Постоянно, когда они продают, отдают 50% мне. Вы можете также сделать у себя в городе, если он у вас есть. А если нету, то создайте себе как бы магазин в Майне, и вы будете как бы приглашать туда людей, они будут продавать, конечно же. И вы почти что ничего не платите, так как за продажу они получают 50 себе и 50 вам. Вот. Что еще могу сказать? Ну, предложить точнее. Продавайте дома. Вот как у меня тут вот стоят. Этот дом, либо этот дом. Вот еще один дом, он только продается. Все это продавайте. Иногда, конечно, могут и не врать, но лучше поздно, чем никогда. Есть еще некоторые варианты. Берете, строите вот такие вот, ну, не так уж и большие многоквартирные дома. У меня четырехэтажные, есть и побольше. Вот. Одна квартира 5К. Это мало. Да, я понимаю, что это мало для квартиры. Но, сами подумайте. Все будут брать именно у вас, так как у вас будет дешевле, чем у всех. Но если кому-то хочется вот просто даже вот одну многоквартирку, то вот одна квартира 15 тысяч, все здание 500 тысяч. Поняли прикол? Один этаж это одна квартира 15, 15, 15. То есть они просто переплатят за это и все. Это тоже надо проигрывать у себя в голове. Как и здесь. Все здание 70 тысяч, одна квартира 5 тысяч. Тут уже чуть больше, тут уже 6 квартир с одной стороны и 3 квартиры с другой. То есть 3 квартиры с одной и 3 с другой. Вместе они 6. Вы понимаете, что 30 косарей полностью все выйдет. Но не забывайте, если кто будет тут что-то продавать, добавляете его именно в не владельцы, ну не в овнеры, а в мемберы, то есть участники. И они, получается, чтобы вас добавить, они будут приглашать других людей, чтобы их добавили. Но это будет превышение прав. И поэтому, когда они что-то будут продавать, часть будут отдавать вам, так как вы можете сказать им: если ты что-то продаешь, то 50% отдаешь мне. В итоге вот, все так. Есть, конечно, и другие пути, так как недвижимость или же движимость. Вот такая вот яхта, она, конечно, не движется, но все равно. Либо же вот такой танкер. Заводы, на которых вы тоже можете звать людей, и пускай они там работают. Кафешки. Тоже, кто хочет там поработать, тоже зовете их, участники добавляете, и все, они работают. И, если что, то тут, получается, в кафешку добавляешь, и больше могут заходить. Тоже про кальянную. У меня такой город, что тут много всего продается и много чего зарабатывается. И в итоге. И если что, то я вас не обманываю. То, что вот это все так работает, могу даже показать. Пишем был то. Из 4600 я, смотрите, на минуточку, так, сделаю даже. Я на третьем месте в топах, у меня 47 миллионов 757 тысяч 200. Это все из-за того, что я этим всем пользуюсь. У Реназа 17 тысяч, 17 миллионов, хотя у него тоже город
Зера, у него тоже город, но у него 6 миллионов. Вы понимаете, что я вот имея вот такой город, имея вот все остальное, так вот в таком случае я зарабатываю намного больше, чем они. Если кто хочет этим заниматься, пожалуйста. Кстати, есть еще один такой прикольчик с тем, что, смотрите, цена 1 миллион. Вот такое вот все здание 1 миллион стоит. Но есть такая маленькая загвоздка. Точнее, даже один такой прикольчик, что когда вы будете его продавать, вы можете назначить цену намного меньше 1 миллиона, то есть 700 тысяч. И так получится, что вы будете продавать все это, а человек будет смотреть на цену, и он, конечно же, купит, так как это будет выгоднее, как будто скидка. Но на самом деле его на первоначальная стоимость 700 тысяч, либо же 800. Вот. То же, что и ну, то же, что и просто вот учиться на авто водить, либо же просто вот продавать дома, квартиры и все остальное. В итоге вот этим всем вы можете зарабатывать себе, ну, просто игровой валюты. Кстати, если вы думаете, что игровая валюта это очень, ну, такая, ну, ни зачем она не нужна, то позвольте вам сказать, что если вы будете получать игровую валюту, то вы сможете с легкостью купить себе за игровую валюту или обменять ее на настоящую админку, либо же на деньги настоящие. И это получается, что вы можете, ну, купить админку на другой себе аккаунт и уже аккаунт с админкой продать за реальную валюту другим людям. Но не забывайте, что надо все же подгадывать то, что могут вас забанить за то, что вы все-таки нарушили права. Но это уже на другой случай. Я вам пока говорю, как легче зарабатывать. Или вот, пляж. Здесь продается, ну, горячительные напитки, скажем так, и их очень много. Один такой напиток стоит 200, да, 200, просто 200. Думаете, ну камон, это же очень мало, что ты там это, ну, что ты за них заработаешь? Ну, во-первых, если вот стак напитков, ну, если один напиток 200, вот даже я сейчас калькулятор возьму. Смотрите, 59. Если кто-нибудь у вас закажет прям 59, то вы вот смотрите, 59 умножаем на 200, и получается 11 800. А представьте, если у вас полностью все это купят. Кстати, вот смотрите, видите, у меня опять деньги падают. Все это купят, то это получается вот. Это, ну, кругленькая сумма. Да, и не надо забывать, что кто-то да и будет продавать, потому что сами вы, ну, конечно же, и не будете, потому что у вас будут другие дела. Если вы будете продавать, то больше половины, да. Но если вы кого-то будете назначать, то говорите, вот, 50% мне было, 50% тебе. Все. Поэтому 200 сумма очень хорошая. 400 это уже дороговато. Ну, для меня, для моего города это уже дороговато. Ну вот, я надеюсь, я вам помог как-нибудь, ну, каким-то советом, может быть, и вы будете это все пользоваться. Смотрите, кто не напишет в чат ни одного сообщения, тому выдам. Вот. Ну, короче, не про это. В общем, ребят, всем до свидания. Я надеюсь, что я вам помог. Всем пока, удачи и все остальное.